Итак, давайте сделаем обзор по игре Brothers in Arms Hell's Highway. Это последняя часть, как я понял, которая вышла на Xbox 360. Не помню, был ли это эксклюзив, но игра пиздец крутая, наверное, надо рассказать. Давайте посмотрим, Анша обзорит. Очень крутая игра, даже не знаю, с чего начать. Такая хрень депрессивная, своеобразная. Это новый уровень шутеров. Это, возможно, новый жанр шутеров, да? Это тактический шутер. То есть тут надо думать и действовать в реальном времени, применять такие навыки, которые обычно используются в стратегиях. Чем-то может напоминать Warhammer. Да. Только от первого лица. Вархаммера тут имеется сверху вид, стратегия такая, ну, такая аркадная стратегия, если так можно сказать. Пиздец, вообще, тут ноги отрываются, в этой части что добавили, графику вообще пиздец, и расчлененку добавили, там все. Ну, в принципе, та же система такая же осталась. Сейчас я вам прям расскажу про это, давайте досмотрим трейлер. Только один выход из ада, и это через него. Анша Абдуль. Это зону зарезали фашиста поганого. Так вот, давайте вам расскажу. Первая игра, это была на Xbox, по-моему, впервые поиграл в нее, да? Давайте картинки посмотрим. Я говорю, поразительная игра, я сначала не понял, что это. Я просто играю, да? Ладно. Вроде бы обычная игра, да, такая. И вдруг, пиздец, над головами у них появляются какие-то хрени там. Небоятничок, какая-то, типа, JRPG, что ли, хуй знает что. Я даже не понял, что-то, потом карта какая-то появилась. Оказывается, нужно в тактически все-все расценивать. То есть, например, у каждого там есть... отображается его состояние врага, его надо, чтобы его победить, да, он всегда в укрытии сидит, да, и надо его обстрелять. И он тогда затихает чуть попозже, и тут же надо его обходить или давать команду своим братанам, чтобы они обходили и вдавили его. Потому что напрямую тут перейти нельзя никак, ни в коем случае, тут ничего не проходит, что в Call of Duty там проходит, Medal of Honor. И главное, что еще тут сделано, основа, все упор на локальность. На локальность тут... маленькими отрядами воюют, и врагов так бы как бы немного. То есть каждый отдельный там отряд и большую угрозу представляет себя сам по себе. И все выглядит поэтому еще более реалистично. То есть как Спаситель Доурайна, например, тот там вот, который не в начале битвы была, а потом вот они там ходили, стрелялись. Там, вот это все, вот этим духом она пропитана, эта игра. И пиздец, вообще там сюжета никого нет, это просто полная шизофрения. Кто-то просто что-то вспоминает, вообще нихуя не ясно, блядь. То есть явно разработчики прям специально показывают, так, какой-то музон какой-то, специально показывают, что тут сюжет не главный, это единственная игра. И сюжет не игра, и конца там нету. Понимаешь, это вся игра, это как бы вот эти серии, они представляют себе ладоны, как бы отдельные части игры, порезанные на несколько частей. Неизвестно, когда она вообще закончится и будет ли конец. И просто заключается в том, что ты идешь и просто хуячишь всех, и все. Нет, опять на Xbox 60, ну а хули там смотреть-то? Я все части прошел, да? И новый в этом Brothers Arms там еще добавили, там еще одному даже есть, по-моему. Да, по-моему, там уровень в госпитале, да? А у него там тоже шизофрения, как Black Ops начинается, по-моему, да. И он в госпитале тоже ходит, там отстреливается один на один. Вообще круто сделано. Очень сложно играть. Это, кстати, единственное, по-моему, если не единственное, которое припомню, старается последний раз, когда я на самом сложном уровне пытался. Мне так понравилось, что проходил на эксперте уровня сложности. И очень интересно, реально, прям никакого там звукового как бы сопровождения нету, никакого видео, все выглядит максимально реалистично, все оружие, все. Нахуй, пиздец, вот это как круто, нахуй, блядь, вообще просто крутят реализм, вот главное, как они ведут враги себя реалистично, думают, и ты думаешь, и ты их думаешь, как обманывать, а не как расстрелять мечи. То есть ты можешь сидеть час и пытаться в них выстрелить, пока они высунутся, и в это время они сами тебя обойдут. Или я не помню, и, по-моему, враги тебя вообще сами не атакуют. Игра основана на том, что ты выдавливаешь
врагов, да? Есть танки, да, все есть. Ну танки они как? Да, там, по-моему, танки есть, вот. Танк добавили, нельзя, по-моему, раньше было ездить на танке, или можно, но там точно, помню, можно было ездить на танке, Brothers Arms, достаточно круто, пиздец круто. Играть обязательно, нахуй, если кто не знает, это кому... То есть эта игра не похожа на Билхонор и Call of Duty, она круче даже. То есть реально вот что-то новое ребята придумали, блядь, они хуйню, хуйню, сколько можно эти хуёпсы, блядь, делать, Black Ops, вот, всякие Билхоноры, хуёноры. Вот реально, вот смотрите, как они тут реально, вот видите, они подавляются и уже они агрессивные становятся и прячутся, и надо их обходить в этот момент. Вообще пиздец, круть какая, вообще, вот здесь геймплей. Ну это то есть тупо, он просто из пулемета их тут валит и все. Ну и даже из пулемета они их же просто не расстреливаются, видите, они все прячутся. Обязательно, видите, он приказывает, он, и они обходят там. Можно их так на бой послать. И чем мне понравилось, если в первых частях, да, там, если убили твоего соперника, они как бы, ты как бы калекой становился, у тебя полотряда не было, ты чуть ли не один там воевал, и как бы было хуёво, но потом, по прошествии некоторое время, да, если тебя убьют там 10 раз, пусть, да, и у тебя воскресал отряд, да, а тут вот как бы их вообще твоих нельзя убить врагов, то есть солдат твоих, они просто как бы падают, и типа такие корчатся, симулируют, да, когда ты вот этот вот эпизод закрыл, не эпизод, но просто вот эту территорию защищаешь, они тоже встают, как не бывало, и нормально. И вот это правильно, все, это парашютное, вообще пиздец, как круто, то есть, как будто спасти рядового Райана, вот прям один в один сделали, все идеально, с боевой системой, ни какой-то хуйни, куча врагов нету, которых тебе бежит, блядь, реальная такая война такая, нахуй, блядь, пиздец, как будто идет такая плавная, планомерная, зачистка озона, нахуй, жирного суки пидораса, блять, вот она такая вот. И мы также из-за озона, то есть защищаем, в принципе, блять, нахуй, а? Мы его по частям вот отрезаем его и потом добиваем. И так и в этой игре, и как и в реальной жизни, как везде. Тактика, главная тактика все. Пиздец. Но сила, надо помнить, она не в людях, да, она, то есть не в оружии, она в людях. Да, не в тех приемах, которые мы придумываем против озона. Пиздец. Вообще пиздец какой-то. И как оружие реалистично тут все стреляет, вообще нахуй. Ну, графика такая хорошая, вообще. То есть просто... Просто вообще охуеть, вот. Даже не знаешь, какую-то игру круче можно... Ну, сюжета, и да, действительно не хватает нахуй там какого-то. Ну, в том-то и дело, из-за отсутствия... Так... Из-за отсутствия этого сюжета она как раз и выглядит своеобразной, реалистичной болезнью. Вот он парадокс-то, в чем она. Анши Абдуль. Вообще, нахуй, пиздец игра, а? Анши Абдуль. Да и музон, что-то посмотрим. Анши Абдуль. Пиздец, какая крутая. Давайте картинки еще посмотрим. Вот, а видишь, какая расчлененка там. Видите, там ноги отрывают. Там даже такого, по-моему, это раньше появилось, чем, да? В Call of Duty 5, да? То есть даже тут лучше. А, базука там появилась, да? И пиздец, нахуй, она все выносит там вообще. Да, там есть там и снайперы есть, и пулеметчики, и гранаты очень эффективны. Вообще пиздец. Пиздец. Давайте зеленые, видите, зеленые. Круто, как вот живые зеленые, не зеленые. Пиздец, блядь, а. Анши Абдуль. Анши Абдуль. А желтая какая? Желтых почти нету. Черная. Вот она, базука, видите? И такой и арт хороший нарисован. Все вообще прям. Пиздец, гомики какие-то. Во. Во, реальные кадры такие. Пиздец, блядь. Угу.
Причем, блядь, вот... Вообще нахуй, блядь. Как круто все. Так. Что-нибудь найдем. В общем, вообще в игру играть обязательно даже сейчас. Вот танчики. Видишь, на танчики, да. Ты ж зачистки делаешь, нахуй. Танк, прикиньте, сложно тут уничтожить. Тут не как в других играх. От него надо прятаться там. И подкрадываться, эти нахуй, блядь, фолс патроны, их только там сзади подкрадываться, уничтожать его, потому что убивают моментально тут, если на пулемет сразу, вообще мгновенно. Даже просто выбежишь, да, из укрытия, тебе пиздец, ты все время в укрытии должен сидеть и до крутия, от укрытия к укрытию перебегать, да, и пиздец. И именно обманывать врага, и подавлять его огнем, и ты можешь приказывать там, чтобы твои ребята их подгоняли. Как бы зачистка, блядь, Анша Абдуль. Анша Абдуль. Вперед за Абдулловирование, Анша Абдуль. Так. Посмотрим. Анша Абдуль. Абдуль, Абдуль. Да. Конца нету, тут тоже. Вообще пиздец. Наверное, это еще частей будет штук 10, я уверен. Хотя они не так продуктивно выпускаются, как другие, нахуй. Вот Internet of Blood, вот, первое, еще, блядь, какая-то Road to Hudei, хуй свой. Вот мне что не нравится, название это, блядь, сделали бы на 1, 2, а то, нахуй, хуй знает как называют, не понимаешь, как это называется, блядь. И, по-моему, заканчивается первая часть, ты подходишь просто к двери, нахуй, открываешь ее, это, нахуй, и все, пиздец, блядь, очередную просто выкашиваешь порцию немцев, и все. Пиздец. Тут вообще никакого-то реального, блядь, никакого главного персонажа враждебного, да, нету. Эти есть там, вот эта банда твоя, да, известная. А врагов вообще нет, все безликие. Тут никакого сюжета полностью вообще. Я такого вообще не припомню, когда было. Ладно, все, хватит, срите на эту пидраса зону, добивать, не дать ему вылезти, вернуться. Все, нахуй, стучите на его канал, чтобы закрыли скорее, нахуй, потому что у нас есть план уже, что делать, когда его канал закроют. Видите, какая бабу-бога графика была, а? Пиздец, а? Ладно, раньше, видите, как было у Бога раньше. Пиздец. В общем, Анша Абдуль, вперед за Абдулловирование.